Подъехали тут к горному Козерогу. Предложил жене потереть рога, чтобы стало все хорошо. Но жена сказала, что у нее достаточно козлов, достаточно рогов. Поэтому, наверное, у тебя все хорошо, поэтому тереть рога не надо. Но место очень приличное, такое красивое. Озеро, рыба ловится, форель. Не зря приехали. Словения, конечно, красивая страна.